Христос воскресе, дорогие друзья! Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. В солнечном сегодня городе, довольно-таки тепло у нас. И сегодня мы идем за покупками для посиделок наших праздничных. И пойдем покупать на улицу Промышленную. С нами сегодня Анатолий. Анатолий, представляйте еще раз свою жену. Надежда. Надежда. Зовут тоже красавица жена Надежда и моя красавица жена Мария. Ну и мы вас приглашаем с собой, чтобы вместе с вами посмотреть на цены, которые сейчас у нас на побережье. Думаю, что будет интересно очень. Христос воскресе. Со светлой Пасхой во всех, дорогие друзья. Окей, по 150 огурчики. А помидоры почем у вас? По 230. Банчит у нас Машуня. На 200 рублей вот взяли ребятки огурчиков. Почем зелень? 20. А вот такой вот чеснок. Это чеснок 80 и 61. Угу. Шпинат, щавель. Почем? Шпинат 50, щавель 60. Взяли себе на стол кинзу и домой чуть-чуть лучка. То есть на 120 рублей. Чеснок надо брать? Конечно. Все по списку, как обычно. Нас должен сказать аутентичный, даже на баранине. Тут, смотрите, огурчики по 50 есть, лучок 50. 50 печальному. 50 редиска. 160 Краснодар, огурцы 250, Кубань синенький, баклажаны, Кубань 250 у нас, капуста, такая вот, не знаю, как она правильно там называется, 135 там огурцы люди копают, 200 рублей, Краснодар помидоры, 135, Кубань огурцы, в принципе, здесь ценники видны, Азербайджан по 220, по 100 рублей. Здесь по 300 рублей чеснок, 65 рублей свекла, 65 рублей морковка, 185 полтавская помидорки, 135 кубань, картошка по 55, ой, хорошая какая картошечка, и по 55 Египет. Здесь следующие люди, 140 помидорочки, 705 редис. Здесь мы в прошлый раз покупали 150 помидор. Взяли уже, да, его? Конечно, ну что-то постучиваться. Отлично. 220 помидоры, 165 огурцы. Да, бери все, что надо. Пекинская капуста 100 рублей, капуста от по 125. Хорошо. 65 рублей. 65 картошка. 110 яблочки Golden, Gala, Семеренко 110. 250 рублей гранат. Кинпа 180, лимон 150, айва 170, грейпфрут 185. Апельсинчики 120, 230. Груша 295, раевка, помидоры 195, огурцы, раевка 250, какой аромат фруктов, кабачки по 115, 70 тут картошка, 100 рублей капуста, цветная капуста по 150, 55 рублей молочок, 75 морковка и свекла 75. 250 рублей килограмм зелень, редиска по 85. Не хотите с редисочки чего-нибудь? Ну, я считаю, если плохо. Не надо, да? Или надо? Нет, нет. Какой кусок на 45 рублей. Вот это да. Она на разрез просто. Супер. И аромат какой у нее вообще шикарный. Мария очень любит. А клубника в какую цену была? 250 за килограмм. 250? Вот это уже цена поинтереснее, на самом деле. Нет, килограмм. Я понимаю. Вчера даже 220 и 200 я видел. Это уже чуть-чуть. Ой, слушайте, и аромат есть. Вообще, да, супер, вот слушай. Как то? 400 рублей. 400 рублей. Это, а помидоры отдельно сколько вот эти, которые мы берем? Вот эти, да. 315. 315 рублей. Это вот мы просто все на стол. Это вот тогдашнего российского. Да. Приз подогнал, да? Да. 510 у нас. Здравствуйте. Что у вас интересное? Зеркальный карп. Понял. Только карпики все, да? Сазанчик. Сазан и карп. А сазан почем? По 270. А, то есть это. Спасибо большое. Такая вот рыбка, что-то выбор сегодня небольшой, но ребята сами ее чистят. 110 яблочки. Дошки, в общем, по 185 огурчики. Сегодня поменьше, кстати, продавцов на рыночке. Вован в прошлый раз рекомендовал вот это мясо. 150 мяска. Курочка, индейка. Филе бедра, фарш куриный, филе, грудка, 420 филе, 350 куриное, свиная мякоть, говядина, 500 рублей, кстати, говядина что-то недорого, свиная корейка, 330, грудка, 450, говядина мякоть, 600. Мякоть.
Ну, чисто. Баранины нет. С утра бы можно не найти это. Кого? Ага, сегодня же многие будут жарить шашлычок когда-то, но мы постараемся сделать все магазины обойти. Идем сейчас в местный двор, и в прошлый раз у них там выбор был прям очень большой. Вот тогда же здесь, да, выбор был. Ну как жарко-то, а? В местный дворик, смотрим, что почем здесь. Баранина по 600, телятина 450 на кости, перепелочки по 700 рублей, и курица домашняя по 300 рублей. Красота. Уф. Это тоже. Ну вот можно вот такую баранину сделать. Помнишь, вам тогда стейками нарезали? Да. Какую скажете? Самую. Телятина антрико 530, телятина мякоть 600 рублей, гуляш 550 и фарш можно домашний за 420. Свинина. Ребра 350. Свинина лопатка. Свинина 6 470. Свинина антрико 350 и свинина окорок 380. А шейки есть хорошие, чтобы вот на шашлычок нам? Свинина, да. Да. На сколько он будет? Угу. Давай посмотрим, сколько оно будет. Сочек это на стейке порубить его. Он не... Не шашлык, нам надо на плов. На плов. Или вот это, если только ляжку. Вот это, да, там мякоти больше, да? Да? Шашлык готовый, свинина 400 рублей. И тут, ребят, еще разнообразная. Хинкали, все своего производства, заморозка. Если что, ставьте на паузу. Я думаю, вы все разглядите. Вообще, супер красота, да. Да. Мясной дворик, Анапа, проходите, всегда рады. И еще наборщик там что-то кусочек. Телятина, да? Какой? Телятина. Ну, по пальцам подойди, покажи. Можно телятина хорошую? Специи. 1600 рублей у нас по мясу вышло. И уголек. Да. Так, нам осталось еще курочку найти. А подождите, а почем у вас вот грудка? Ну вот лежит грудка. 350 рублей. Давайте возьмем грудка, филешка по 350 рублей. Еще взяли. И еще 190 рублей, ребята, взяли куриное филе. Пару штучек на люля-кебаб. То, мы еще идем по традиции в магазинчик, где продаются лепешечки любимые. Заходите, заказывайте. Ну, не знаю, штучки 3-4. Нет, 3, да. Три, берите. Хлеб наш любимый по 45. Да. Красота. Прям там дыр находится. Можете видеть, что почем из пирогов. Красиво. И куличи. А почем куличи? Это самый большой. Ну, правильная цена. Спасибо. Почем лаваш? 80 рублей армянский лаваш берем. Смотрим. По 250 рублей, да? 70. Скарлетт, гала 65. 250. 55 рублей. Лучок. Да, нам помидоры. Губчики, помидорчики, яблочки. Слушайте, ну ценники вроде не полезли вверх, а что-то даже дешеветь начало. 90 редисочка, 250 картошка. Ух, какие грибочки. Может, не хочешь грибочков в нашем парах? Набери. Ну, вообще красиво, наоборот. 250, 150. Капусточка 350. О, арбуз, да ладно. По 150. Мандаринки по 200, виноград по 250 армянский. Грейпфрут. 180 гранат 250, апельсины 130 и виноградики разные. Видите, самая красивая укладка. Анатолий набирает у нас морковки. Покрасивше, чтобы на плов нарезать. По 75 морковка. 155. Ну хочешь или поменяй на 10, если хочется? А тебе по 300, то есть дороже. Да. Сколько? 300. 250. Отлично. Девочки, клубники сегодня не будет? Сколько рублей? 200. Горький почем? Это сладкий. А горького нету? Горько забрали весь. Красный лучок на салат, да? Да. И чесночок вот по 350.
И вешаем еще лучок. А что вы грибы вам делаете? А клубничка у вас почем? А, вот это осталось. Килограмм. 270 рублей. Килограмм. 270. Разобрали так клубнику вообще. Да, много было. Да, сегодня никто не заразил. У нас было очень много. Все купили. 364. Осталось килограмм. И на 190 рублей еще. Чем? 60 рублей. Сколько? 250 килограммчик. Отлично. Пробуем клубнику еще раз в этом году. Да вот зелень сейчас прижмет тебе это. Ну, вкус есть, сладости маловато. Все, мы в принципе закончили закупочку, 120 рублей, последний перчик, можете считать, сколько денег потратили, но явно больше, чем было донатов, но это все мелочи жизни, вам всего самого хорошего, ребята, если бываете на этом рынке, пишите, где что покупаете, мы сегодня даже вовнутрь не заходили.